Приветствуем вас на мастер-классах культурного центра «Порт». Предлагаем вам сегодня нарисовать скетч-фантазию на тему китов. Начнем нашу работу с того, что на листе акварельной бумаги очертим круг. Разделим наш круг на две части. Нижняя чуть больше половины, верхняя чуть меньше. Самого кита мы расположим под обозначенной линией. Сначала прорисуем форму. Обозначим местоположение плавников. Закончив работу карандашом, переходим к работе линером. Убираем лишнее эластиком. Thank you.
Всего вам доброго. Ждем вас на следующих мастер-классах культурного центра «Порт». До свидания.